Это уже пятый сезон театрального поединка, но для команд «Атмосфера» и «Твит» он особенный. Ребята впервые принимают участие в проекте. Два коллектива сегодня выйдут на сцену. Вот посмотрим, чему ребята до нас владели, какими инструментами. И уже благодаря участию в мастер-классе, в кастинг-встрече, сегодня был мастер-класс, посмотрим уже некоторую динамику в развитии. Игра проходит в жанре актерской импровизации. Она состоит из 5 раундов, у каждого из которых свои правила. Но главное из них – спонтанность. Именно меня выбрали в команду, потому что посчитали, что именно я могу на сцене вести себя так же хорошо без сценария, как и со сценарием. Евангелина Диардица многому научилась благодаря проекту. Навыки импровизации очень пригодятся в будущем, ведь Евангелина хочет стать актрисой. Я научилась в любой момент представлять ситуацию, которую мне предлагают. Если я могу сейчас сказать, у меня сильно болит спина, я могу сейчас взять и сделать так, показать, чтобы все поверили. Юные актеры продемонстрировали свои способности и хитрости на сцене. Умение работать в команде – одно из самых важных в театральном поединке. Это появилось 50 лет назад. 50 лет назад – не так уж давно, хорошо. А что раньше использовали вместо этого? Вместо этого использовали камни. Да. Чтобы пошел взрыв огня. Да. Хорошо, очень. Руководитель – это сердце коллектива. Именно от него зависит настрой команды, мотивация и боевой дух. Подготовка проходила очень весело. Мы шутили, мы репетировали, мы слушали различные песни, просматривали различные шоу, шоу-импровизация, КВН. Старались как-то зарядиться вот этими всеми драйвовыми эмоциями, чтобы мы смогли их потом передать зрителю на сцене. Итоги поединка будут известны 30 апреля. По количеству набранных баллов 16 коллективов из 32 пройдут в осеннюю серию игр. Олеся Мордвинова, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.